Програма «Новий день» знову йде в гості. Сьогодні наш співрозмовник – дуже незвична людина. Йдемо знайомитись. Доброго ранку, Володимире. Добре утро. Харе Кришна. Вже за традицією нашої рубрики ми цікавимось, з чого починається ваш ранок? Утро починається з душа, потім стандартна практика ежедневная такая, это медитация, то есть это то, с чего мое утро, собственно, начинается. То есть у нас медитация происходит на четках, это такой довольно простой метод, который немного помогает собрать ум, попытаться немножечко хотя бы отдалить себя от своих чувств, потому что нас все время, целый день, в течение дня нас все время кидает, нам хочется того, хочется этого, вот мы все время куда-то мечемся. Володимир – прихильник течії Міжнародне товариство усвідомлення Крішни. Юнак шукав свій духовний шлях. Прийшовши у храм, він відчув, що його світосприйняття співпадає з даною течією. Як і всі люди, він замислювався над тим, що таке щастя. Відповідь знайшов тут. Ми все время пытаемся його з чим-то там отождествить таким далеким. То есть кто-то думает, что он станет счастлив, купив машину, дом, там еще что-то. То есть и вот эти вот постоянные ступеньки, по которым мы идем, пытаясь это счастье поймать, так или иначе, мы понимаем, что они никуда не ведут. И что нам нужно как-то попытаться успокоить. И вот эта философия, она говорит о том, что настоящее счастье, то, что мы можем ощутить, это просто взаимоотношения. Это настоящее искреннее взаимоотношение с людьми. На думку Володимира, саме цього не вистачає сучасному світу. І людина залишається в глибині душі самотньою. Сам Володимир не одинокий. Він одружений, а також має кота на ім'я Лютер та двох папуг. Жена моя... человек довольно интересный, такой позитивный, очень любит животных, собирает их дома, коллекционирует буквально. То есть у нас, если бы я ей дал волю, она бы, наверное, всех котов бы с улицы притащила. У вільний від роботи час герой нашого сюжету займається хатха-йогою та вчиться грати на барабані мріданг. Працює Володимир вдома. Я работаю в компании, которая предоставляет интернет-услуги. То есть я работаю в технической поддержке. То есть такая довольно интересная работа с людьми, связанная с постоянным каким-то таким вот, с постоянными человеческими возмущениями приходится работать. Тоже немного стрессовая. Але духовні практики та усвідомлення багатогранності світу дають наснагу позитивно мислити. За словами Володимира, для культу Крішни характерне досить толерантне ставлення до інших релігій. Все имеют место быть, вся, любая религия, которая исповедует дружеские отношения, любовь, какую-то хорошую, опять же, крепкие семьи, они все правы. То есть они все правы, и нельзя выделять там что-то сильно. Нужно пытаться как-то искать что-то общее, а не сосредотачиваться на каких-то различиях. Поки ми були в гостях, Володимир навчив мене медитувати. А це не дуже просто. Духовні друзі Володимира запропонували мені індійське сарі, в якому я спробувала танцювати ритуальні танці. Спасибо вам большое за визит. Очень было приятно с вами пообщаться. Вот есть такая интересная книжечка, возьмите, пожалуйста, почитайте. Дякую вам, Володимире. Нам із телеглядачами дуже було приємно побувати у вас в гостях, а зараз ми всією знімальною групою спробуємо ведичну кухню.